Лиса, что ты делаешь? Заряжаюсь. Ты уверен? Да. Вот это вот, не заряжаюсь, это автомобильная зарядка для смартфонов и гаджетов в автомобиле. Это туки 140 ватт. А то, что ты делаешь, черт знает как называется. Друзья, ну, как вы уже поняли, вот такая вот туки 140 ватт, интересная автозарядка на два Type-C, на две Type-C-шечки, на одну Type-A, и заявляют действительно о 140 ваттах, и прям на один из Type-C можно снимать, заряд, да, мощность 65 ватт, как-то я так сказал, конечно, непривычно. Подходит для айфонов, для смартфонов на Android с поддержкой быстрой зарядки. Мы сейчас обязательно его подключим, обязательно его потестируем, но перед этим мы перейдем в студию. А еще перед тем, как мы перейдем в студию и посмотрим, сколько он стоит на сайте производителя, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Ссылки на этот вот зарядничек положил я в описании под видео, у вас там разместил в описании под видео, на проверенного продавца, потому что цена действительно сладкая именно за такой зарядник. Ну, а является ли он 140-ваттным? Если у него действительно 65 ватт на Type-C, смотрите до конца, мы сейчас обязательно это проверим. Туки-туки-туки, 10,63. 10 баксов 63 цента. Короче, 140 ватт. Что-что? А, туки... Лиса, Петросян ты наш сегодняшний, я тебя прошу, иди сегодня. А. Вот просто Петросяниха, это уже просто невозможно. Она сегодня ходит и очень классно шутит, ну, по крайней мере, думает, что она шутит. Все, поехали. Туки 140 ватт, быстрая зарядка. Стоит она достаточно немало, как для автомобильной зарядки такого бренда третьего эшелона. Два USB-C, один USB-A, три порта на выход. И сейчас вы будете удивлены. Объясню. Вот то, что они все расписывают, то, что поддерживают 12 вольт, 24 вольта, быстрая зарядка. Вот там 65 ватт первый порт, 45 второй, 30 ватт третий порт. Это все хорошо. Мультидевайсы поддерживают. Но везде они показывают почему-то, например, зарядку одного ноутбука. Здесь они показывают, например, зарядку одного смартфона и показывают какое-то время зарядки. Здесь показывают зарядку одного планшета. Но нет ни протоколов, которые они поддерживают по портам. Это раз. А во-вторых, нет расписания мультипортовой зарядки. Абсолютно никакой. То, что она сделана качественно, возможно, я и поверю. Смотрите, от перезарядки, от короткого замыкания, от перегрева, от овервольтажа, от всего остального, очень много каких-то уровней, степеней защиты, это они, конечно, молодцы. То, что она холодная, это я в это охотно верю. Я с Туки работаю не один год. И, кстати, я использовал Туки, да, раньше. Двухдолларовую, да, пока вот у меня просто в другой машине, да, вот сейчас вы видели Линкольн, а я в другой машине ее использую. Ты поменял машину? Ну, вы поняли, да? Короче, это медаль Петросяна сегодня достается Лисе. Представляете, шутка, да? Ты поменял машину с другой зарядкой. Это все, это... Лиса, у тебя все хорошо? Температурка как? У меня, кстати, Google Pixel, мы меряем температуру. Хочешь померяем сейчас? Наклоняться. Она говорит наклоняться. Ребята, что происходит вообще? Лиса, иди отсюда вообще куда-нибудь далеко. Зараза. Все, она упала там вообще, все. Пропала Лиса. Пипец, девчушки. Ладно. Ну и короче, смотрите, 140 ватт, 140 ватт пишут для каких смартфонов, все хорошо, и пишут сколько ватт, где чего. А где мультипортовость? Где какие протоколы поддерживает? Ничего нет. Вообще ничего не указали. И тут у меня есть, знаете как, у меня напрашивается один интересный момент. Возможно, они чего-то скрыли. Это мы обязательно сейчас с помощью наших тестеров проверим. А второе, возможно, они просто не хотят говорить, что 140 ватт достигнуть вне большого трака не получится. То есть, скорее всего, это нужна 24-вольтовая сеть, как в больших автобусах и в больших грузовиках. И тогда уже вы там получите какую-то мощность. А какую максимальную мощность мы сейчас получим, мы уже пойдем в автомобиль и как-то попробуем. Все, переходим. Давай, лисица. Иди.
Лиса, давай, показывай ее. Да, вот новая зарядка. Туки 140. Интересно, здесь есть индикация. Прошлая зарядка, например, была на два входа, там USB и Type-C. То есть здесь у нас, я смотрю, есть две Type-C-шечки. Да. Да, распределение мы с вами уже поняли. И Type-H-ки. Здесь металлический кант. Он да, попробовал. Металл? Металл? Да, да. Он металл. Коротыш. Жесткий наконечник. Не дает средней жесткости, но попробуй. В плане того, что не будет он выталкивать, нет, нормально. Не будет, точно, да? Ну попробуй, короче, давай так. Попробуй сейчас вставь и попробуй снять, что будет по индикации. А ну, есть. Пока у нас, конечно, в Линкольне такое место. Индикация. О, индикация есть. Сейчас машина работает. Сейчас посмотрим. 12,9. Вот, 12,1, отлично. Все, генератор у нас работает. Мы выключаем машину. Сейчас посмотрим на индикацию. То есть в выключенном состоянии. Слушайте, он, это получается зарядка с индикатором. 12,5, 12,6, 12,4. У нас нормально все с аккумулятором. 12,2, ну 12,3. Все, отлично. То есть нам не нужно переживать. Если ниже 12, то уже нужно обратиться, скажем так, к электрикам. Заводим машину. Сейчас заведем машину, будем тестировать на ней. Потому что нам все-таки... Вот был стартовый ток, оно показало. 12,1 опустилось. Все у нас отлично с машиной. Теперь давай сюда, возвращай. Вставляй, пожалуйста, в Type-C. Нам длинный кабель, вот этот вот белый, это кабель быстрой зарядки. Да, да, первый Type-C. Самый верхний. Да, садись к нам сюда, будем уже с тобой здесь морочиться. Значит так, мы сейчас пробуем Type-C 1 на стандарты зарядки. И мы видим, что у нас здесь выдает 60 Вт PPS на 12-вольтовом подключении, 20 Вольт, 3,1 Ампер. То есть у нас стоит преобразователь. Quick Charge 4+. Слушай, а надо бы сразу проверять. Есть у нас Power Delivery 3, есть у нас Quick Charge 2, Quick Charge 3 до 12 вольт. Как они заявляют, что есть 20 вольт на Power Delivery? Я не верю. Надо проверить. Я не верю, нам нужен кабель. Я вот прям чего-то аж приподвис. Либо в ней стоит преобразователь. Сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Так, включаем Power Delivery триггер. Он показывает 20 вольт. 20 вольт. Он переключит на 20 вольт, интересно. 7, 9, 12, 15, 20. Слушай, в нем преобразователь. Это хорошо или плохо? Ну, как бы хорошо. Сколько вольт показывает сейчас там? Там сейчас 12,8. А ну сейчас, подожди, газанное. А ну подскажи, 12. То есть мне должен что-то педиатр? 13,0. 13,3. Нет, ну тут все в порядке, хорошо. 65 ватт, или 60 ватт хотя бы. Давай дадим, сколько у нас здесь сейчас, 30, на 36 ватт уже есть, а ну. Дотянем. 8, 40. Слушай, 60 ватт есть. Отлично. В этой зарядке есть 70. 76. 80. 85. 90. Класс. 90 ватт. 91. 90 реальных ватт. А ну подожди, давай включим на сколько-то там ватт. И сейчас пускай оно погоняет, чтобы стабильно было. Я сейчас погазую, посмотрим, что у нас будет. 80. Но я не уверен, что на всех автомобилях так будет. Может быть, в некоторых машине хватит. Вот, 92 ватта, да? Оно держит 20 вольт конкретных. О, отрубилось. Значит, не 92. Будем сейчас понижать. Сейчас мы реальную выясним его. То есть 92 на тестах показать можно. Я думаю, что надо тестировать где-то... 75. 75, да. Вот потому что он заявлено-то 65. 60-65. Да не, слушай. Ничего себе. Стабильно. Это охренительная зарядка. Класс. Это охренительная зарядка. Потому что мы сейчас еще влупим туда на допку дополнительное питание. Давай, переключаем сейчас в Type-C2. Давай, переключай, пожалуйста. Переключила второй порт. Давай, переключила. Давай, показывай сюда. Я в Power Delivery триггере сразу показываю, что второй порт это у нас 12 вольт 3 ампера. 12 вольт 3 ампера. И сразу могу показать, что он здесь на 12 вольтах показывает фактически нам 20-30 ватт, 34. А ну давай максимально, 41 ватт.
40 ватт, мать бы его за ногу, он показывает. Слушай, это же просто классная тема вообще. Зарядка вообще просто отличная. Да, мы ей даем сейчас реальную нагрузку. А ну давай, 30-40 ватт сейчас поставим, да? Да. Блин, тут 40 ватт, чуть я промазываю. 40 ватт сейчас работает. А ну, покажи сюда. 41-37 ватт. Фактически. Ну, оно плохо видно здесь, видишь, оно зеленое такое. Да, да. Показывай здесь. Вот 40 ватт. 40 ватт, 12 вольт. Вот при повышении напряжения в машине, смотрите, повышается вольтаж здесь. Здесь тоже нужно понимать, чтобы ваш генератор работал правильно. Потому что я вам скажу, если выключить сейчас зарядку автомобиля, то высидит он аккумулятор очень-очень быстро. Вот на таких режимах работы. Да? Да? У меня так жена постоянно. Два аккумулятора так била, кстати. Ой. Да? Так, а ну давай посмотрим, какие он здесь нам держит стандарты зарядки на второй. На втором порту. Или на втором порте. На втором порту. В выходе. Леночка, выходы это не у человека. Здесь это порты. Power Delivery 36 ватт. Ну слушай, он от заявленных, он фактически держит больше. Да. Он от заявленных фактически держит больше. Я думаю, что тут нам нужно еще кое-что проверить. Рассказывай. Есть одна мысль. Смотрите, видели? То есть Samsung 5 вольт 2 ампера, Apple 5 вольт, Quick Charge до 12 вольт, Quick Charge 3. 36, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4. Супер, хорошо. Давай мы сейчас с тобой выйдем сюда. Вот сюда. И о, моя любимая. Включим. Я не знаю, я думал, твоя любимая, другое еще. Ну да ладно. И включим мы сейчас зарядку. Все, быстрая зарядка включилась, триггер включился. Мне интересны пульсации. Вот они, вот они. Смотрите. То есть у нее пульсации отличные. То есть сама по себе зарядка очень даже неплоха. У нее отклонение вообще минимально. Поэтому мы вот по пульсациям уже посмотрели. Давайте проверим Type-A порт. На тебе вот этот вот кабель. Включай в Type-A. Type-A воткнул. Type-A 13.2. 13.2 это у нас машина сейчас показывает. Сейчас мы посмотрим, что у нас в Type-A. Показывает. Слушайте, зарядка-то топчик получился за свои-то бабки. Надо, надо снять топ-5 зарядок. Обязательно. Мобильных. Давно не было. Да, давно не было. На Type-A у нас все очень-очень просто. Quick Charge до 12 вольт. Второй Quick Charge 3. Samsung HFC до 12 вольт. Huawei FCP. Так, SCP и MTK, по-моему. Ну, MTK есть, PE1, PE2. Смотрим, ждем. Нет, MTK нет. Но это Type-A. Сейчас мы его еще проверим на... Плохо видно, да? Чуть-чуть так, становится. Ну, да. Ничего страшного. Солнце меняется. Вот так, чуть-чуть развернемся. А там нет, видно, видно все. Видно все отлично. Давай попробуем с тобой сейчас под нагрузочкой Quick Charge 3 дать. Догнать его до 12 вольт. Quick Charge 3, окей, все нормально, не переживаем. Ой, я начал уменьшать вольтаж, а не увеличивать. Давай, догоняем. 7, 8, до 12 вольт сейчас догоним. Ух ты. Как интересно, до 13 догнало. И посмотрим на реальные показатели. Фактически сейчас 24 ватта. 24 ватта, 32, 30 ватт, 33 ватта было. Там как раз ушло. Ушло, да? Да, сейчас могло мы, быть. Сейчас переснимем, сейчас переснимем. 33 ватта было фактически. Давай еще раз догоняем. Сейчас четко видно. Видно, да? Да. Давайте пробуем еще разочек. 23 ватта и чуть-чуть сейчас догоним до 30. 31. Ну, 31 сейчас идет, стабильно идет. 31,7 было. Видно, да? Все, все, сброс. 30 ватт. 30 стабильных ватт. Ребят, готов пройти, а ну, знаешь, как еще? Стой. Не-не-не-не-не-не-не-не. Мы должны мультипортовость проверить. Обязательно. Леночка.
А ну, включай вот эту длинную, вот эту штучку, стайк, ашечку. И того. Все, проверяем мультипортовость. А ну, давай, там, сфокусируйся нормально. Давай, поехали. Мультипорт. Еще сейчас вот там вот мы с тобой фигню какую-то, да? Да, пока не понятно. Так, это QXChat 3. А сейчас все станет понятно. Я включаю одновременно зарядку смартфона. Угу. Он должно показать быстрая зарядка. Все. Так и есть. Идет быстрая. И смотрим, что он в том режиме быстрой зарядки даст нам на автодетекте. Так, на автодетекте он нам так и дал. Второй порт у нас на быстрой зарядке. Тихо, не надо мне сканировать лицо. Идет быстрая. И он нам все-таки дает 60 Вт PPS. Давайте нагрузку еще поменяем дополнительно. Слушайте, прям топовая какая-то зарядка получается. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Давай Power Delivery Trigger дойдем. А ну, 20 вольт дают, да? Попробуем разогнать. 35 ватт. Смотрите, 35 ватт. Здесь есть быстрая зарядка сейчас? Быстрая. Быстрая и там, и там. Хорошо. 35 ватт. Ну, давай. 97 ватт. Ребята, и здесь быстрая. Там и здесь. Ну все, 90 ватт он все равно показал. Давай можем еще, давай стабилку найдем. Давай стабилку найдем. В чем вопрос? Давай поставим здесь какой-нибудь там. Там 75, да, как мы хотели. 77. Что, он 20 вольт держит? 77, реально. Все держит. Отлично. Ну давай выйдем вот так, вот таким вот образом. Сейчас я тебе покажу. И вот у нас есть сейчас, он зарядка идет. Блять, он такой, этот не выдерживает. И вот у нас сейчас зарядка идет, пожалуйста, и быстро, блин, вообще ничего не солнце видно, да? Уже все. О, так. Уже сейчас будем передислоцироваться. Зарядка идет, и смотрите, у нас никаких отклонений опасных нет. Вообще. Ребят, готов пройти, сделать выводы. Ну и получается, ребят, что я действительно рекомендую эту зарядку. Ну покажи мне коробочку, в которой он был. Вот в такой вот шикарной оранжевой коробочке. Ссылки в описании под видео. Зарядка соответствует заявленным характеристикам. Спокойно выдает мультипортовость на быструю зарядку. Но, опять же, смотрите, я вам делаю небольшую сноску. В том, что это может не работать так на всех машинах. Тут еще зависит от той мощности, которую может выдать 12-вольтовый порт вашего автомобиля. Поэтому я показываю на примере Lincoln MKZ 2020 года, а вам уж там смотреть самим. Но то, что зарядка честная, это мы подтверждаем. И то, что она подходит еще на 24 вольта, мы тоже подтверждаем. А с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.